На скамье подсудимых двое молодых людей. История начинается прошлой осенью. Тогда меломаны по натуре решили, как следует из материалов дела, выкрасть из машины музыкальную аппаратуру. 21:45, 26 сентября 2023 года. В дежурную часть поступило сообщение о краже возле дома 78 на проспекте Строителей города Армейска из автомобиля, сабвуфера и усилителя. Раскрыть преступление помогли камеры системы «Безопасный город», в объектив которых и попали двое знакомых. Смена правового статуса на подозреваемых была вопросом времени. Оперативники нагрянули к одному из приятелей с обыском и обнаружили в его квартире похищенное. Отпираться он не стал и признал вину. Далее последовала еще одна метаморфоза. В 2024 году они стали подсудимыми. При осмотре дома у него изъят сабвуфер марки, усилитель марки «Каденс Хан». Признательные показания в совершенном преступлении написал явку с повинной. На прошлом заседании опросили свидетелей, на этом огласили показания не явившихся. И перешли к изучению письменных материалов дела и личностных характеристик. И, как стало известно, у молодых людей в прошлом были отметки о судимостях. Картина та же. Совершали преступление против собственности. Признак виновного совершенного преступления предусмотрено частью 1 статьи 158, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев. Обвинение в преступлении по пункту А 2 части 158 статьи Уголовного кодекса грозит подсудимым 5 годами лишения свободы. Чтобы перейти на следующую стадию процесса и стороны могли подготовиться к прениям, суд взял перерыв.